Дорогие друзья, всем привет! Мы рады вас видеть на нашем канале invalidnykoliaski.ru. Сегодня у нас на видеообзоре коляска Ottobock Yuva B5. Данная коляска у нас есть в магазине, как выставочный вариант она представлена. Вы можете приехать, протестировать, посмотреть, кто еще не видел воочию колясок фирмы Ottobock, конфигурации именно Yuva. Что входит в данную комплектацию? Скорость у коляски 10 километров. Сама коляска 2019 года выпуска. Аккумуляторы здесь МК Power оригинальные 22 года выпуска, декабрь 22. Они в очень хорошем состоянии и прослужат вам еще очень достаточно долгое время. А далее в комплектации идут уже брызговики на передних и на задних колесах. Электроосвещение с магнитным держателем. Пульт VR2 с возможностью подключения дополнительных электрорегулировок. Сам держатель пульта параллельного отведения. Подножки стандартные, нового дизайна. С пластиковыми опорами для стоп. Вот так вот выглядят сейчас в новом дизайне пластиковые опоры. Вот здесь вот так подножки снимаются. А что еще хочется сказать про эту модель? Коляска имеет механическую регулировку угла наклона спинки. Сама спинка с адаптивными ремнями. То есть вот эти вот ремешки дают возможность регулировать жесткость спинки. На приводных колесах имеются амортизаторы. На передних колесах тоже. Также есть амортизаторы. Передние и задние колеса пневматические. Задние с глубоким протектором. Передние у нас не глубокий протектор. Колесная база 64,5 сантиметра. То есть это означает, что общая ширина коляски составляет 64,5 сантиметра. Ширина сидения по подушке 44, глубина идет 46. Возможность регулировки между подлокотниками до 48 сантиметров. Регулировка происходит по ширине при помощи шестигранников. Здесь вот откручиваются, ну, ослабевают шестигранником. И регулируется, плавная регулировка идет самих подлокотников. Также при помощи барашка подлокотники снимаются. И вот здесь есть возможность регулировки по высоте самого подлокотника. Как вы успели заметить, у колясок Yuva новый дизайн накладок. Дорогие друзья, кто хочет посмотреть коляску, протестировать ее, пожалуйста, обращайтесь к нам в магазин. Приезжайте, мы вам покажем, расскажем. Также мы работаем с электронными сертификатами, и мы вместе с вами можем составить без проблем бланк заказа и выбрать для вас оптимальный вариант колясок. Не только Ottobock, но и Майера, и других вариаций. А эту коляску, напоминаю, вы можете посмотреть у нас в магазине. Не упускайте шанс, приезжайте, звоните. Мы всегда рады вас видеть и слышать. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.